Я объявляю благодарность России, что вступили в священный Кремль. Благодаря проявлению Россия меняется, Россия крепкая. Здорово. Поздравляю всех россиян. Это свобода для всех народов. Свобода обойти, чтобы посмотреть. И спасибо начальнику храма, что пропустил меня с багажом из Таиланда, Вьетнама, Индии, сюда. Просто здорово. Офицер офицера понимает. Здорово. Спасибо. Я это выставлю в Ютубе. Сегодня 30 июля 2016 года. Спасибо.